Площадь пожара – 3 квадратных метра. Цена – человеческая жизнь. В понедельник в службу спасения по телефону 101 поступило сообщение о пожаре в трехэтажном доме на улице 6-я Меланжевая. К месту вызова первые подразделения прибыли в течение 5 минут. Из окон квартиры на втором этаже шел густой дым. Там горела кровать. На время тушения 5 жильцов дома были эвакуированы. Очаг пожара был ликвидирован в течение 4 минут. Однако на месте пожара было обнаружено тело молодого мужчины. Его личность сейчас устанавливается. Причина пожара также устанавливается. На месте работают сотрудники испытательной пожарной лаборатории и дознаватели управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ивановской области.